Причиной блэкаута в Симферополе на улице Гурзуфской стал этот рухнувший столб. Авария произошла вчера вечером. Водитель авто протаранил опору. Она, в свою очередь, преградила движение пешеходам. Падение сопровождалось искрами и дымом, рассказывают очевидцы. Попасть сегодня в общественный транспорт людям было проблематично. Я считаю, что сейчас у нас 11 часов. Думаю, что к 12 уже будут это монтировать, убирать. Но главное, что, видите, здесь порвались провода. Я думаю, это интернет-провода. И интернет-провайдеры позаботятся о том, чтобы как можно быстрее устранили последствия вот этого дорожно-транспортного происшествия. Это уже третий или четвертый раз столбы валят и ломается. Вот это самое, да. И машины выскакивали и в лесхоз. Тут тем более остановка, тут опасный какой-то перекресток. Это хорошо, что люди не пострадавшие. Тем временем в Крымэнерго считают, что обвинения в их сторону не оправданы. Рабочая бригада выехала и уже к обеду устранила последствия аварии. Гурзуфская 23, а опору нашу уже заменили, сейчас будет переподключать потребителей. На то, чтобы опору заменить, время нужно. Это же не мгновенно делается, пока со склада опора доедет. Причем опора едет тралом, а не просто так. Пока доедет вышка, пока подъедет бригада, пока обесточат все линии, которые с этим связаны. На сегодняшний момент опора уже восстановлена, уже установлена. Хоть и не оперативно, но поломку устранили. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Анна Беляева, Артур Добряков, служба новостей, ИТВ.